Природа Саратовской области удивительна. Один берег Волги степной, второй украшают меловые горы. Поэтому художники и натуралисты очень любят наш регион. Здесь можно не только писать прекрасные картины и делать необычные фотографии, но и находить уникальные минералы, останки древней флоры и фауны. Все это можно увидеть на новой экспозиции в городском выставочном зале. В витринах у нас представлена уникальнейшая коллекция палеонтологии и минералогии художника-коллекционера Анатолия Евженко. Время собирать камни – так называется эта часть выставки. Как говорит сам автор, свою коллекцию минералов он собирал по принципу «нравится – беру», поэтому из своих путешествий он привозил в качестве сувениров различные камни. Эта коллекция не представляет какой-то научной ценности, все-таки в ней собраны не очень редкие образцы пород. Но, тем не менее, посмотреть и удивиться здесь есть чему. А вот палеонтологическая часть экспозиции не оставит равнодушным никого. Одна мысль о том, что все это десятки и сотни миллионов лет назад плавало в Древнем море, заставляет работать воображение. Аммониты, белемниты, морские ежи, гастроподы, акулы населяли воды, которые плескались на территории нашей области. Их останки находят в меловых горах, которые стали центральной темой второй выставки фотографий. Данную фотовыставку представил нам саратовский художник-анималист, который фотографирует животных и природу, Виталий Александрович Кошкин. На фото нынешние обитатели меловых гор и тюльпанных степей, так называет Саратовскую область сам автор экспозиции. Виталий Кошкин ловит удивительные кадры, и кажется, что животные ему позируют. Зритель попадает в бескрайнюю цветущую степь, в реликтовые горы и знакомится с их обитателями. Открытие этой выставки состоится 23 июня, и сотрудники городского выставочного зала приглашают всех блоковцев познакомиться с природой родного края.